В преддверии фестиваля «Зима начинается» в Якутии, в Ямиконском районе открыли сквер «Полюса холода». Объект построили по гранту Русского географического общества. В центре сквера расположился большой светящийся в темноте железный бык, символизирующий холод. Между рогами размещена табличка, на которой написано «Рекордно низкая температура воздуха в северном полушарии». Запустили в поселке интерактивное табло. Оно показывает температуру воздуха и данные, которые любой человек из любой точки мира может посмотреть в режиме онлайн. Когда мы говорим о полюсе холода, очень много людей как бы не верят. И то, что сегодня у нас открылся вот именно вот этот объект, который показывает градус и термометр, это дает людям знать, что здесь действительно холодно. Потому что здесь все это производится в режиме онлайн, и когда люди смотрят, заходят в интернет и сами уже своими глазами видят, что у нас 56, 60, 65, 70, люди уже начинают верить в этот объект. Так что для нас это очень важный день, потому что сегодня именно предприниматель сам своими силами открыл вот этот сквер, и он будет одним из таких важных визитных карточек для нашей республики.